Всем привет! Готовы с нами отправиться в пеший поход? Если да, готовьте горячий чаечек, бутербродики, печенька и поехали! Баланово. Ну, значит, едем правильно. Посмотрите, какие прекрасные пейзажи, какой очаровательный вид. Ты восхищен, сынок? Да. Где-то здесь поворачиваешь вправо, наверное. А вон указатель, вот, скорее всего, сюда. Дорога сейчас будет, конечно, убитая, прям, ну, не очень будет прикольно ехать по ней. Да. Но участок, собственно, не такой уж прям большой протяженности, так что, я думаю, мы его сейчас быстро преодолеем. Друзья, посмотрите, какая красотень, прям растут сосны вдоль дороги. Ну, и тут такие лиственные растения. И вот нам, собственно, туда. Пока Богданчик переодевается, я вчера купил вот такие вот зубы. Сейчас одену его, испугаю. Ну, что там, сынок? Переодеваешься? Нормально все? Сынок, что со мной? Нет, кто-то сидит. Что с моими зубами? Сынок, кто-то от меня убегает. Где снега? Это зубы. Страшно? Когда ты увидел меня зубами, ты испугался? Ага. Они как настоящие. Да. Вы обратили внимание, что здесь есть надпись «Проход запрещен, купаться, ловить рыбу» тоже запрещено. Проход, проезд запрещен, закрыто. Но если вы ведете себя хорошо, не мусорите, не ловите рыбу на лодке, сетями, там, просто рыбачите удочкой и, ну, ведете себя культурно и вежливо, то для вас все двери в Крыму открыты. Сделали калиточку, видите, для самых маленьких. Кто спрашивал, как доехать на машине, едете прямо туда, вот, в ту сторону, по серпантину спускаетесь прямо вниз до Балановского водохранилища. Мы, собственно, сейчас пройдем, как все нормальные люди, в калиточку. Да пройти спокойно, сынок. Вот. Ну, а проезд, конечно же, сюда закрыт. Смотри, какие сосны высокие стоят. Ёлка кудахна. Ага. Или это сосна? Какие вот, огромные, видите. Да, папа? Здесь люди работают. Смотри, папа. Здесь нам ничего не скажут. Балановское водохранилище. Собственно, зимой мы сюда приезжали еще в теплую погодку. У нас, конечно, здесь другой вид был. Но сейчас вообще по-своему очень красиво. Мы первые, кто топчет сейчас снег, выпавший в этот день на этой дороге. Качают воду, видите, набирают машины. Эти горы скрывают в себе очень большую историю. Здесь очень много гротов, пещер. Грот Кик-Каба. Достаточно древний грот. Говорят, там нашли неандерталку с младенцем. Давайте посмотрим, дойдем ли мы туда, не дойдем. Гряда гор ведет прямо к Ангарскому перевалу. Вот в ту сторону. В той стороне у нас Зуя, Белогорск. Но, как видите, прошли спокойно, никто нам ничего не сказал, сторож не вышел. Нам, собственно, с вами сейчас туда вот прыгаем через этот парапет и идем уже в сторону грота Кик-Каба. Давай сейчас пройдемся вот тут по низу, ну а там уже посмотрим. Ты думаешь, там нет тропинки? Вот так нам приходится пробираться. Сами видите, все заснежено и тропинок, собственно, не видно. Чувствую, что, сынок, нам надо подняться наверх. Идем сейчас вообще не по тропинке. Да и, собственно, не видно даже, если бы она здесь и была. Ее реально здесь не видно. Посмотрите,
растет вот такой вот паразит, который обволакивает дерево своими ветвями, сжимает его и, собственно, питается этим деревом. Дерево высыхает, а он продолжает расти зимой и летом, как говорится, одним цветом. Поднялись мы повыше. Но почему бы сразу, да, не пойти по этой дороге? Посмотрите, ровненькая же. Прям иди и наслаждайся. Нет, нас понесло идти по низу, а потом уже подниматься наверх. Ищите свои маршруты. Открывайте свои дороги. Будьте первооткрывателями. О, боже мой, что ты творишь? Он только что показывал, что мы идем прямо по Балановскому водохранилищу. Смотрите, где мы сейчас, друзья. Это невероятно. Мы на самой глубине. О, боже мой. Что ты делаешь со мной, Яндекс.Навигатор? Сынок, мы с тобой, короче, как бы в лодке. Сосны такие высокие. Что-то я давно таких сосен не видел. Прям очень высокие. Я понимаю, что в Сибири они еще выше. Но мы находимся в Крыму. И посмотрите, какая высота. Офигеть. Не знаю, как передает камера. Но я вижу их очень высокие. Не ожидал, что мы сегодня вот пойдем в лес. Ну классно. Вышли мы на какую-то дорогу лесную. Куда она ведет, вообще без понятия. Ну нам, собственно, в ту сторону. Как всегда, я забыл свой навигатор гарминовский, который работает со спутником, ну, без интернета. По мобильному телефону навигация здесь, ну, совершенно не работает. Не подумал, надо было хотя бы скачать карту и идти по картинке. Ну вот. Ну вот так вот. Привет, друзья. Сейчас мы находимся в Белогорском районе, недалеко от поселка Зуя. Позади меня находится исток Балановского водохранилища. Друзья, мой совет. При первой же возможности, когда оно у вас появляется, собирайте рюкзак и идите в поход. Получайте удовольствие от пеших походов, как это делаю я со своей семьей. В общем, было круто. Еще можно на дороге покататься на ватрушке. Съесть сначала саму ватрушку, а потом на ней покататься. Она очень быстрая и крутая. Сейчас я вам покажу пейзажи Крымского леса в зимнюю снежную погоду. Всем приятного просмотра. Сейчас Тимоха в школе, Ленька еще спит. Ну, он должен давно был проснуться, но когда мы уезжали, он спал. Мы с папой пошли в поход. Я уставал, падал, но теперь я посидел там полтора часов, чуть-чуть отдохнул. Смотрите, ребят, что вы видите впереди? Перед нами открывается удивительный вид. Ой, извините. Подошли мы к Балановскому водохранилищу, и открывается чудесный вид. Усилился ветер, пошел от деревьев в снег, как будто он падает, и завтра будет. Смотрите наши видосы и ставьте лайк. We'll be right back.
Самая замечательная, на мой взгляд, прогулка – это прогуляться по заснеженному зимнему крымскому лесу, когда еще не очень холодно, вот как сейчас, где-то температура, ну да, нулевая где-то температура, но нет мороза, руки вообще не мерзнут. Прям идешь и кайфуешь. Воздух свежий, шумят деревья, ветра нет. Ну прям круто, прям огонь вообще. Ну идешь в основном, ну мы сейчас идем налегке, не брали с собой ни воды, вообще ничего не брали, вообще ничего. Ребят, начинается лютая грязь, начинаем вот скользить, прям смотрите, вот так вот. Ребята, запах какой класс, прям свежий, прям не надышишься, ну супер. Круто, вообще круто, я в восторге. Наверное, только сейчас эти слова и можно слышать от меня. А просто слов нет, ну что сказать, ну класс, снег, воздух, здоровье, друзья, круто. Я предлагаю, давай сейчас спустимся вниз, посмотрим, что там. Так, друзья, ну он вижу, здесь какая-то вот впадина, какой-то овраг, скальная порода выпирает из земли. Возможно, вот видите, вот скала идет. Может где-то здесь что-то есть. Давайте сейчас спустимся, посмотрим. Не отставай, сынок. Не отстал. Не отстал. Аккуратно, чтобы не провалиться никуда. Куда-то мы пришли. Ну, начинаются, да, вот здесь начинаются уже такие обрывы скалистые. Может где-то здесь что-то есть, но так как маршрута мы не знаем, мы не изучили, не подготовились, все это было спонтанно, что именно здесь находится, сказать вам точно не могу. Тропинка есть, да, вот она натоптана, тропинка есть. Ну где именно мы? Я вам скажу, главное не потеряться. Потому что заблудиться это прям очень просто здесь. Снежный лес. Я стараюсь запоминать все тропинки, повороты, которые мы прошли. Ну, скорее всего, грот Кик-Кабау находится где-то там, он дальше. Ходим где-то вот в этом районе. Я потом промониторю еще. Промониторю. Возможно, где-то здесь грот и есть. Но, к сожалению, интернета нет. И то, что я видел дома, я не вижу здесь. К сожалению. Друзья, было принято решение вот Богданом Иванычем. Дальше не идти, все же оставим грот Кик-Каба на потом. Придем сюда обязательно, когда уже потеплеет, весной или летом, ну, собственно, когда будет хорошая погода. На сегодня, ребят, всем спасибо, всех с прошедшими праздниками. Кто не подписан на наш канал «По Крыму с позитивом», обязательно подписывайтесь. Мы всегда стараемся открывать для себя что-то новое и показывать это вам. Друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Оценивайте видео, лайки, дизлайки, это ваше решение, вашим решением оценивайте, подписывайтесь, пока-пока. Всем пока, даю слово. Смотрите наш Богдан канал Иванович. И поставьте лайк. Пошли сюда. Всем пока.